есть такое предание, что здесь в Пафон ходит 12 старцев, которые должны служить последнюю божественную литургию, и они ходят здесь в Пафон, но их очень мало кто видел. Вот я не так давно беседовал с одним монахом, он говорил, что последний раз, вот, то ли в 70-х, то ли в 80-х годах, видел один монах, который, ну, к которому они приходили, эти старцы. Иногда анахаретов видят нагими. Лишь длинная борода покрывает тело. Они повторяют подвиг Петра Афонского, которого однажды, было это в 8 веке, охотник увидел обнаженным среди скал. Бывший византийский военачальник, пришедший на гору, по повелению Матери Божией, вступил здесь в духовную битву. Святой Петр подвязался в пещере 53 года. Питался он манной, приносимой ангелом. Одежда его истлела. На пустынном Афоне одинокому отшельнику не было нужды быть незримым. Зато его последователи обладают этим качеством. Не раз было случай, что там святожане тоже. Они вызывали одного послушника, говорит, пойдемте с нами. Говорит, да я пойду спрошу старца. Она пришла, спросила. Старец говорит, надо было идти. Иди быстрее. Когда он пришел, уже все, никого не было. Вот так, чтобы видеть их, никто. Только кого достойный Господь. Ну, старец Паисий, конечно. Ученик Геронта Паисия и иеромонах Афанасий рассказывает, как однажды на Пасху он пришел к старцу на келью Честного Креста. Если вкратце, разговор состоялся такой. Геронта, я хотел спросить, существуют ли нагие старцы? Он взял меня за левую руку, как он это обычно делал, а другую руку положил мне на спину, прострелил меня взглядом и спросил: «А ты, блаженная душа, что об этом думаешь? Если Святой Дух благословил им быть в старину, почему им не быть теперь? Если тебя спросят, то говори, что они существуют». Я спросил тогда, рассказывали, что в Малой Анне видели 12 невидимых ногих старцев. В Малой Анне говорили, что их 9. Нет, их не 12 и не 9, а их 7 отшельников. Ну ладно, давай, иди. А где они? Они скитаются возле вершины горы. А как они поддерживают свое число? Когда кто-то из них умирает, они знают, где находится подходящий человек, способный выдержать суровую аскезу и пополнить их число. Тут их видел? Они имеют особый дар от Бога и молитву такую, что их никто не видит. Они могут быть рядом с тобой, но ты их не увидишь. Поэтому их называют невидимые. Это не аллегория. Ну все, уходи. А что они едят зимой? Если они совершенно нагие зимой, без одежды, то что за проблема им пропитаться чем-то в зимнее время? Ладно, иди, иди, все уже. Нет, еще один вопрос. Эх, благословенный. Что за любопытство такое? Ну хорошо. Вот тайна. Я знаю только 4. Каждые 5 лет я вижу одного из них, отца Серафима, и мы беседуем. Он приходит сюда как раз в это время, на Пасху. А ты где? Он наклонился немного вперед, как бы к кому-то невидимо присутствующему. «Где ты, блаженный мой?» И обращаясь ко мне, «Ты не так уж сильно удивляйся обнаженным аскетом». «Почему, отче?» «Потому что на Святой Горе существует состояние большей святости». «Насколько большей?» «Хочешь, я скажу тебе сейчас?» Но ты сойдешь с ума, и если пойдешь в Симона Петра, попадешь в неврологическую клинику Салоник. Приходи перед моей смертью, и я тебе открою больше о них. Я пришел за месяц до его смерти, в день, когда ему стали давать кислород, и мы не смогли побеседовать о старцах. Может быть, он рассказал о них кому-то другому, или Бог не захотел, чтобы они объявились. Сам старец Паисий писал, как однажды, заблудившись по дороге к скиту святой Анны, встретил отшельника,
лицо которого буквально сияло, на вид лет 70. На нем был подрясник из материала, похожего на парусину или брезент, весь выцветший и изорванный. Дыры в подряснике зашпилены острыми щепками. На его шее висела толстая цепь, державшая на уровне груди шкатулку. В ней, по-видимому, находилась какая-то святыня. Прежде чем я успел задать вопрос, отшельник сказал: «Дитя мое, эта дорога не ведет к Святой Анне», и показал мне другую тропинку. Внешний вид его был как у святого. «Где ты живешь, старче?» – спросил я пустынника. «Там где-то», – показал он рукой на вершину Афона. Конечно, тут дело не в поиске тропинки. Само явление святого старца уже наставление на путь истины. Ведь сей удивительный отшельник повстречался отцу Паисию именно тогда, когда он искал духовного наставления. В жизнеописании самого старца Паисия есть такой эпизод. Старец сидит на обочине дороги и беседует с одним паломником. Мимо проходит большая группа, которая явно направляется к келье старца. И что же? Идут, не замечая сидящих. Собеседник старца Паисия свидетельствует, что в тот момент они были незримы для остальных. Отец Афанасий подтверждает: «Я имею свидетельство четырех серьезных людей, которые рассказывают о том, как неожиданно мог появляться и сам старец Паисий». Видимо, и Геронт обладал таким удивительным даром, но редко пользовался им. Господь открыл его для утешения людям, сделал явным старцем. Вершина. Те лучи, которые исходят от нее на старинной гравюре, не просто образ. Помните, знакомый нам иеродиакон Силуан словно почувствовал особый зов, лишь только увидел эту картинку. Именно на горе святой Максимка в Соколевит получил удивительные духовные дары. Явилась ему Богородица и сказала: «Поднимись, Максим, на вершину Афона, чтобы обрести дар умной молитвы». Дважды, босой, вопреки страхованиям со стороны мириадов демонов, совершал он восхождение. И, наконец, получил от Матери Божией хлеб, вкушение которого тут же наполнило его сердце бурным кипением умного делания. После этого он способен стал видеть во мраке ночи и даже летать по воздуху. Если предание связывает незримых старцев с вершиной, то не от них ли, принявших ангельский образ, пришло откровение, которое посетило и Иосифа Исихаста? Ведь в 30-е годы он на всем Афоне не мог найти ни одного греческого монаха, который указал бы ему путь к умному деланию. 2 года молитв, безутешных слез, которые превращали в грязь землю у его ног. И вдруг с ним произошло нечто. Однажды у меня случилось много искушений. В тот день я взывал с величайшей скорбью, и, наконец, вечером на заходе солнца успокоился. Голодный, изнуренный от слез, я смотрел на церковь Преображения на вершине и просил Господа обессиленный и огорченный, и мне показалось, что оттуда пришло стремительное дуновение. Душа моя наполнилась несказанным благоуханием, и мое сердце сразу начало, как часы, умно читать молитву. Итак, я поднялся полный благодати и беспредельной радости и вошел в пещеру. И, склонив свой подбородок к груди, начал умно читать молитву. Только я произнес несколько раз молитву, как сразу был восхищен созерцанием. И вот оказался снаружи на небе, в неком чудесном месте, с величайшим миром и тишиной в душе. Это храм Иосифа Исихаста, посвященный крестителю Господню Иоанну. Он в нем подвязался. Приобретя мистический опыт, старец Иосиф здесь, в скиту Малая Анна, и обосновался.
Нас Спаситель ожидал в этот раз на вершине Афона. По милости Божией, практически все, кто поднимался вместе с нами, причастились тела и крови Христовой. Из подобия меня осуждено причаститесь и причисти Твои тайны, Господи, оставляй грехов, найду жизнь вечную. Аминь. Вечер Твоей тайны, дни Сыне Божий, причастны ко мне, при имени был врагом Твоим тайны, плодем не лобзань, тебе дам, яко Иуда, но яко разбойник, исповедуй, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или в осуждении, будь причащением причистых Твоей тайны, Господи, исцели души и тела. Аминь. Это лестница, утвержденная на земле и восходящая до небес. И каждый, соответственно своему усердию, восходит по ней, устремляя свое внимание вверх, туда, куда он должен достичь, и где его ожидает Христос. Стояла на храме, на предыдущем храме, который был на вершине горы, храм Преображения на вершине горы. Преображение всем вам. На верхней точке храма Преображения многое лето стояло, вот стоял громоотвод, он отводил сильные разряды, гром. Да, душа каждого из нас словно вершина Афона, пространство частых гроз. Как нужен нам духовный громоотвод.